врач-диетолог Оксана Уиндерс, и сегодня мы говорим про сон. Часто мы слышим, как важен сон, но сегодня я вам расскажу страшные интересные вещи, которые таки заставят вас качественно и глубоко спать. Сон – это главная пища на празднике жизни, это бальзам для раненых умов, Шекспир сказал нам это. И важен именно глубокий сон, медленный сон, потому что глубокий сон – это естественный ингибитор тревоги. Именно глубокий сон является способом достижения спокойствия и омоложения. И глубокий сон, друзья, контролирует уровень сахара в крови, что нам очень важно. Еще один очень важный момент. Сон архиважен для внутренних органов. Есть теория, называется висцеральная теория сна у выдающегося ученого Пигарева, которая гласит, что днем мозгу не до внутренних органов. Он занят другими важными делами, насущными. Бесконечный какой-то анализ жизненных функций, реакции, зрение, мышление, решение задач. То есть шлагбаумы, которые соединяют мозг и органы, они как бы закрыты для сигналов внутренних органов. Но вот ночью эти шлагбаумы открываются, и органы могут сообщать мозгу нашему, что с ними не так. И мозг может посылать сигналы для репарации, восстановления повреждений. Поэтому, если мы с вами, друзья, плохо и мало спим, именно это не дает должное восстановление организму. Опыты с крысами показывают, что депривация, лишение сна приводит к тому, что крысы просто-напросто умирают. Но они умирают не от инсульта или чего-то другого, а от сепсиса, от генерализованной инфекции. То есть, представляете, настолько ослабевает вообще иммунная система, нарушается работа гормональных функций, что вызывается вот это генерализованное тотальное воспаление. Настолько снижается иммунитет и разрушается работа всего организма, эндокринной системы. Страшно, не правда ли? Отсюда делаем вывод, что нам жизненно необходимо научиться спать и качественно спать. И еще хочу коснуться важного момента для тех людей, которые хотят постройнеть. Здесь есть радостная новость. У нас с вами ночью, каждую ночь, с 12 ночи до 2 часов ночи, появляется всплеск выработки соматотропного гормона. Это гормон жиросжигающий, который сжигает наш с вами лишний ненужный жир. Так вот, вырабатывается он в фазе глубокого сна. Поэтому, если в это время вы крепко, хорошо, глубоко спите, вы сжигаете собственные лишние ненужные жиры. А для того, чтобы еще больше подстегнуть выработку этого гормона, мы с вами можем дать субстрат. Это 2 белка куриного яйца за 30 минут до предполагаемого сна. И когда вы проснетесь, можете на весах проконтролировать, вы не досчитаетесь 300 грамм вашего ненужного жира. Вот такие дела. Поэтому спите хорошо, глубоко и качественно. И будьте здоровы!